Жители дома номер 23 по проезду Заводскому, что на нижней террасе, ждали ремонта дороги в своем дворе без малого 37 лет. Этим летом во дворе не просто уложат новый асфальт, но и расширят саму дорогу, заменят старые уличные светильники на современные светодиодные. И жильцы, и те машины, которые проезжают мимо нашего дома, это 27-й дом, дом 25-й, весь транспорт двигается по этой дороге. Поэтому эта дорога нам очень нужна. Подобная картина и на другом конце города, в Засвияжском районе на улице Камышинской. Во дворе дома номер 6 рабочие уже срезали старый асфальт, демонтировали бордюрный камень. Жители грядущим изменениям только рады. Очень рады, что наконец-то до нас дошла очередь по благоустройству нашего двора. Расширяют дорогу. Так понимаю, делает дополнительные карманы для автомобилей. В этом году преображения ждут еще 17 дворов и 3 общественные территории. Сквер на улице Камышинской, парки Дружбы народов и Прибрежной. Ремонт запланирован по программе формирования комфортной городской среды. Каждый проект благоустройства согласован со старшими по домам, ТСЖ и представителями управляющих компаний. По итогам ремонта будет проведено обследование всех территорий. И в случае недочетов подрядчики будут обязаны устранить все выявленные замечания за свой счет. Проекты благоустройства были разработаны по желаниям жителей. Контроль за подрядной организацией осуществляется также специалистами стройзаказчика, которые следят за выполнением работ и их технической грамотности и правильности. Всего на ремонт дворов направлено 137 миллионов рублей. 100 миллионов с этой суммы направят на асфальтирование внутридворовых проездов, установку борткамня и расширение парковочных площадок. Оставшаяся сумма пойдет на установку спортивных и детских игровых площадок, урн и садово-дворовой мебели. Основной фронт работ завершат до 1 октября. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.